ну по имплейду реально нужен нормальный урон. Но вот какой калибр у этого? У его... Я не помню, но очень крутой. Ну там, я думаю, 200... Ну, 300 миллиметров будет. Как Но я думаю, ему нужно дать дамаг штурм тигра. Этому орудию. Как считаешь? Ну да. Потому что я не замечал, чтобы он нормально кого-то долбил. Точнее, ему нужно пробивную способность дать хорошую. Вот если он прямым попаданием в этот самый, в Лимонрус попадет, он убьет его? По идее, должен. По идее, то да. По идее, и Конституция должна работать. Ты подловил. Сейчас обидно стало. Прости. Прости, дружище, я не хотел. Ну, отчасти, не хотел. И где ты, дружок, пирожок? Смерть идет медленно, но неотвратимо. А, ну да, это же дырдаки. Пидорас детектед! Забить! А, дредноуты! Потерянная раса дредноутов. Видел этот ролик? Это точно. Это что, терминаторы? Ой, ты что делаешь? Очищай! Да я не тебе. Блин, у меня Painblade застрял. Ой, ты там чё, сжигаешь моих? Сжигать моих плохо. Emperor Protect, нахуй. Нормас? Чё это было? Чё это бомбануло у моей жопы? Строс. Ничего особенного. Это орбиталка была? Привет. Дредноут. Раса дредноутов. Просто у меня проблемы с расширением. Ты не отрушишь. Ну ты понял, с чем. Что? Это была мельта? Хуя, Строс. Ну Строс, так нечестно. Я думал, это не мелька. Так, ну я потихонечку на самом деле твой. Поставь на паузу, пожалуйста. Окей, что? Мне нужно настройки. Я ничего не вижу. Давай, быстрее. Чёрт! Если б я знал, я бы хоть отступил. Тебя не заинтересовало, что сперва от Лимонрус сожгли? Интересовало, но я просто увидел, что его взорвали. Быстрее, как ты сделал все уже? Нет, я еще не зашел на стройки. Быстрее заходи, прожжём. Да, нужно будет удалить пару модов.
Или десятков модов. Что? Или десятков модов. Ну. Самое интересное, я не так давно в редакторе, может, неделю назад, наспавнил штук 300 ветеранов, но там только гранатометы были, и поставил одно почтенного дредноута. Все, можешь возвращаться. И дредноут всех их перестрелял. Ну, дредноут был с этим, с прокачанным, ты знаешь, чем. С мельком, ой, блядь, какой нахуй мельком. Паузу играю! Кого? Да, убираю. С прокачанным этим товарищем. С охуенным болтером, короче. Это какой? А, это Дред Рукоблуд. Дредноут Рукоблудиус. А, это не просто Рукоблудиус. Ой-ой-ой, я туплю. А можно мельту использовать, пожалуйста? У кого мельт, да? Там ты язык огненёта. Да я не вижу, у кого мельта. Сука. У меня, я не вижу мельта. Страт реально работает, еще и весело, да? Что? Страт реально работает, еще и весело. Нахер ландак, да? Да не. Давай еще раз. Ну дай мне подоминировать. Да все. Да у меня мельт не осталось. А если ты знаешь поражение? Да, давай дальше.